Привет, друзья, что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. Сегодня вас ждет целый список важных дел. Это и переговоры с партнерами, налаживание различных контактов, ряд поручений от начальства, а еще и домашние дела нужно решить. К вечеру вы будете просто валиться с ног от усталости, но зато вы успеете сделать все задуманное. Телец. Сегодня вам просто жизненно необходимо расслабиться и немного отдохнуть. Слишком много дел на вас нависло. И если вы хотите все успеть и сделать все качественно, сделайте передышку. Перезагрузка – это то, что поможет вам и дальше двигаться по верному пути. Близнецы. Сегодня звезды советуют ограничить физические нагрузки, возможны проблемы со здоровьем, обострение хронических заболеваний. Не нужно загонять себя, вам нужна передышка и обязательно обратитесь к врачу. Рак. Сегодня вас ждет рутинный день, когда все будет обычным и ничего непредвиденного не произойдет. Рабочий день пройдет быстро и плодотворно. А вот дома вас поджидает неприятный сюрприз. Вам многое придется переосмыслить. Лев. Сегодня вам обязательно нужно заручиться поддержкой своих деловых партнеров. Только тогда у вас получится реализовать масштабный проект. Вы давно о таком мечтали, и остался всего маленький шаг к реализации мечты. Дева. Сегодня ваши планы будут реализовываться как никогда удачно. Вы все спланировали заранее, и это сильно упростило вам жизнь. Также сегодня вас ждет финансовая удача и крупная покупка. Об этой вещи вы мечтали несколько лет, и наконец получилось реализовать все в лучшем виде. Весы. Сегодня у вас очень плохое настроение, поэтому стоит отменить все деловые встречи и переговоры. Они ничем хорошим для вас не закончатся. А вообще, в идеале вам лучше побыть сегодня дома, вдали от людей, чтобы не наговорить лишнего. Скорпион. Сегодня очень благоприятный день для представителей творческих профессий. Если у вас есть нереализованные планы, смело воплощайте в жизнь свои идеи. Они обязательно станут успешными. Главное в это верить. Стрелец. Самый благоприятный день на этой неделе. Вы полны позитива и у вас прекрасное самочувствие. Ваше обаяние способно творить чудеса, пользуйтесь им в полной мере. Рекомендуются путешествия и новые знакомства. Оставьте бытовую рутину и вперед навстречу приключениям. Козерог. Сегодня просто чудесный день для начала новых дел. Особенно если у вас есть уже план их реализации. Смело начинайте работать и делайте все с хорошим настроением. Тогда все получится. Водолей. Сегодня вам не удастся отдохнуть и с друзьями в кафе вы не попадаете. У вас очень много работы и нужно все успеть сделать. Откладывать не стоит, иначе руководство будет не в восторге. А у вас и так шаткое положение. Рыбы. Если вы на сегодня запланировали ремонт в своем доме, то лучше его отложить. Все может пойти не по плану и вы будете огорчены. Лучше всего сегодня заняться планированием, а активные дела перенести на другой день. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.